Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Bakery Bunny. Итак, что такое Bakery Bunny? Это новый и быстро развивающийся агрегатор DeFi Yield Farming, который используется для Bakery Swap. Протокол Bakery Bunny дает возможность криптофермерам использовать свои склонности к поиску урожая для оптимизации технологии компании индустрии урожая на Binance Smart Chain. Компания дает методы для удовлетворения нескольких потребностей криптофермеров, от искателей самой высокой доходности до оптимизации вознаграждения за риск для умных инвесторов. Более подробно можно ознакомиться непосредственно в легкой бумаге White Paper, который предоставляет нам данная компания. В данной компании нет частной продажи и предпродажи, только краудфандинг. Продажи идут в прямом эфире, и за 1 BNB можно приобрести 3000 токенов Bakery Bunny. Плюс 50% уже сейчас можно присоединиться к краудфандингу. Также компания предоставила нам просмотр адрес смарт-контракта, чтобы мы не перепутали со скамерами или другими, кем-то не потеряли свои средства. Общая поставка составляет 16 миллионов токенов Bakery Bunny, и они распределяются автоматически. На сайте мы можем найти все необходимые нам ссылки, такие как дорожная карта, white paper, команда, воздушный десант, airdrop, который проводится сейчас, и контакты для связи. Давайте перейдем на дорожную карту и более подробно познакомимся о будущих планах данной компании. Как мы видим, на март и май 2021 года у компании было запланировано развитие самой пекарни Bakery Development и юридическая установка Bakery Bunny. На 5 июля данная компания планирует запустить токены, чтобы они котировались и блокироваться ликвидность на Bakery Swap и Pancake Swap. Ну и запуск самих пулов Bakery Bunny Pools. На сентябрь 2021 года планируется маркетинг и партнерство, запуск единого хранилища активов, запуск кросс-чейн фарминг, версия 1.0. А на второй квартал 2022 года уже сам запуск инвестиционной панели мониторинга. Также на февраль 2021 года будет сформирована команда, идея и исследование, а вот на июнь 2021 года развернутый адрес смарт-контракта Bakery Bunny, запуск самого веб-сайта, общинное строительство, аирдроп и баунти, краудфандинг начался, мгновенно раздача токенов всем инвесторам-покупателям, что в принципе все сходится с текущими действиями. На декабрь 2021 года планируется запуск арбитража между пулами Binance Smart Chain и Эфира. А на третий квартал 2022 года мобильное приложение, совместимое как и с Android, так и с iOS. Ну а это мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.